сегодняшнем видео я немного решил вспомнить свое детство, вспомнить, какие у нас были конфеты и как мы их делали сами, потому что в магазине было трудно их купить. Составляющие для конфет очень простые и есть у каждого в доме. Это сахар, вода, немножко уксуса и любые формочки. Добавляем в емкость 5 столовых ложек сахара, 3 столовые ложки воды, 1 чайную ложку уксуса. Поджигаем газ. Ждем, пока наш сахар закипит. Газ делаем небольшой, чтобы ничего не подгорало, и постоянно мешаем. Вот так вот все уже начинает кипеть. Закипает это все дело быстро. Сахар уже почти растопился. Пока у нас конфета наша будущая кипит, мы берем наши формочки. Формочки были не у всех и делали в основном конфеты в ложках. Смазываем их немножко растительным маслом. В моем случае это подсолнечное масло. Берем какую-нибудь подставочку, любую, и ложим ложки в таком положении. Потом берем палочки. Сейчас в каждом магазине продаются шпажки. Раньше это были спички. Конфета наша кипит. Не забываем мешать, чтобы ничего не подгорало. Вот видите, сахар уже растаял. Однородная масса получилась. Ждем, когда появится вот такой вот цвет, янтарный. Когда наша конфета начнет немножко темнеть, желтеть, значит уже почти все готово. Если передержать чуть-чуть дальше, будет цвет поярче, пожелтее. Все, выключаем газ. Даем немножко времени, чтобы пенка наша осела. И выливаем наши конфеты в формочки. Делаем все аккуратно, потому что все горячее. Обжечься можно очень просто, но нам это не нужно. Вот так вот не спеша выливаем. Пенка наша вся уйдет, она осядет. Ждем, когда конфета немножко застынет. Она станет такой тягучей. И вставляем наши палочки. Повторю, что раньше палочек не было, таких шпажек в магазинах. Но были у всех дома спички. И всегда вставляли в конфеты спички. Вот так вот все красиво выглядит. Даем остыть конфетам и вынимаем из формочек. Получаются вот такие вот прекрасные, вкуснейшие леденцы. Без всяких ароматизаторов, добавок, красителей. Все вкусно. Всем приятного аппетита. Советую всем попробовать такие конфеты сделать и попробовать на вкус. Они очень отличаются от всех покупных конфет, потому что они намного вкуснее. Во-первых, потому что там нету добавок, а во-вторых, что они сделаны собственными руками. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои следующие видео. Там будет очень много полезных и вкусных, а главное, самых простых рецептов. Всем спасибо за внимание.